суток. Сегодня у нас выходной. Поэтому выбрался я на природу. Выбрался не абы как. Не просто рыбу половить, а вроде как побушкратить. Ну, короче, просто отдохнуть. Тушничка там с собой взял, все дела. Кофейку на свежем воздухе попить. Ну так, отдохнуть душой. Ну и, может быть, даже чего-нибудь попробую изловить. А вдруг клюнет. Последний раз приходил. Даже ни одного стука не было. Вот я сейчас попробую покидаю. Кто-нибудь клюнет. Ну, а не клюнет, не клюнет. И еще хочу парочку каких-нибудь дровишек себе спилить. Почему-то начал опять чашки, ложки резать. Зима длинная, охватился уже поздно, а материала-то нету. Все с дров делаю. Ладно, пробуем. Сегодня взял Бальтазара, потому что берега здесь не очень комфортные для ловли. Скорее всего, придется вылаживать форсированно. Катушка Форсей Шнео. Плетенка 0,12. Что-то силикончиком-то вроде пропитал, но не знаю. Утром-то у нас хороший минус был. Но сейчас, может, градуса 2. Нибло поставил. Меня в это время обычно выручает. В рыбалку особо не буду упираться. Взял там штук 5-6 джиголовок, штук 5-6 чебурашек, с десяток силиконок. Ну и буду пробовать чего-нибудь изловить. Поймаю, поймаю, не поймаю, ну не судьба. Ладно, идем дальше. Так, где мой тут супер бушкрафтовый рюкзак? Кивидишин Каху, который лезем дальше. Речка не свалится. Тут еще пару мест только покидать. Можно, в принципе, здесь попробовать. Может, тут кто спрятался. Должен рыб тут быть. Чё, клевать не хочет. Что, тут попробовать.
попробовал бы. Не хочет. Дальше пойдем. Что, рюкзачок можно здесь оставить? Поменял приманку, поставил виброхвостик. Что-то тоже нифига. Надо что-то маленькое ставить. Где щук-то? Майка грабстик. Большоват крючочек. Посмотрим.
Ладно, еще раз закидываю, пробую мельчиться. Если нет, то пошел. Сейчас поставлю Айка грабстик зеленый. Ну, если что, на него ничего не будет. Вот рыбалка. Ну что, чайничек закипает, газ кончается. Сейчас тушеночки, надеюсь, хватит погреть. А тушеночка должна быть вот такая. Одно мясо. Без жил. Беру не первый раз. Говядина тушеная. Высший сорт. Вещь. И вот такие хлебцы. Банка тушенки, хлебцы, чаек, кофеек, и больше ничего не надо, в принципе. Спилил себе пару заготовочек, пока чайник грелся. Думаю, немножко ложкой построгаю. О, газ вообще чуть-чуть. Может, тушеночку хватит разогреть. Не стал с кострами заморачиваться. Сейчас так по-быстрому. Красотища. Тушеночка.
уже загреется. Не жизнь, малина. Последние деньки, наверное, перед снегом. Маленько подсолить. Соль с перцем. Не заморачиваться. Сейчас на запах тушенки все зайцы прибегут. Так, ну что, тушеночка наша разогрелась. Плитку выключаем. Одно мясо. Вещь. Ладно, не буду вас нервировать. Красота. Ну, тушеночки заглотил. Кофейку сейчас допью. И домой. Погулял, отдохнул. Рыбы, правда, не поймал. Да и фиг с ней. Потом поймаю как-нибудь. Может быть. Ладно, всем пока.